А ми продовжимо тему відпочинку із своїми домашніми тваринами. Я вам рада представити гостей нашої студії. Єгор Большаков, власник собак, який не розлучається з ними 24 години на добу. І Дмитро Шоловінський, ветеринарний лікар. Я рада вас вітати. Доброго вам ранку. Отже, сьогодні у нас така влітку дуже актуальна тема. Не хочеться залишати вдома домашніх улюбленців, хочеться, щоб вони разом були. Але мандрівка повинна бути безпечною, спокійною для всіх оточуючих, і для господаря, і, звичайно, для тварин, мабуть, у першу чергу. Бо вони ж від нас залежать. Скажіть, Єгоре, як вам вдається не розлучатися 24 години на добу із своїми тваринами? Можна російською? Я з ними постійно, вони зі мною постійно в машині. Ну, іноді, коли жена рядом, вони на задньому сидінні обі. Коли жени нет рядом, це на передньому сидінні, це на задньому. А давайте познайомимося із вашими собаками. Це кани корси. Представте нам, будь ласка. Мінерва. Сядь нормально, красиво. Міня, сядь красиво. Покажи. Їй 5 місяців. Нічого собі, манюніка. Да, вона ще маленька. Ось у кліці аж хвостик труситься, дивіться. Да. Це Хельга, найденыш наш. Нічого собі. Да. Ну, покажіть красиво. Місяць назад ми її знайшли, їй скоро буде 7 років. А як ви, по кільцях на хвості? Ні. Ну, всі думали, що їй года 2,5-3, ну, поки не встретили її хазяїна. Ну, це віддільна історія. Так. Умалчу. Да. Вона залишилась у вас. Звісно. Отже, зараз літо. Ви їздите на відпочинок із собаками? Звісно. Як ви проводите дозвілля? На річку виїжджаємо з собаками. Ну, чаще, звісно, пробіжка. У нас, ну, коли на машині виїжджаємо, вони без проблем з радістю їдуть. С радостью переносят в машине все, что угодно. Ну, у вас есть специальное якесь обладнання для тварин? Ну, кондиционер. Кондиционер. Вот такая замечательная шлейка, вот она позволяет пристегнуть. Есть специальные автогамаки, но они, в принципе, не нужны. Обычного покрывала хватает, потому что собака любит свободу. И иногда хочется высунуться в окошко, иногда хочется лизнуть, иногда еще что-то. Так, а з цього місця більш докладно. Дмитре, скажіть, будь ласка, чи можна собаці висовуватися у вікно? Як правильно собаці подорожувати? Лайка висовується. Песику подорожувати. В будь-якому випадку завжди треба думати о техніці безпеки з поведінням з тваринами. Це однозначно. Для цього тварини, коли їдуть в машині, вони повинні бути пристегнуті. Є спеціальні, скажімо, ремні для кріплення фіксації тваринного. Жестко на коротком поводке. Для чего? Чтобы они не выглядывали из машины. Это неправильно, потому что транспорт, все ясно, как он может быть. И очень часто были случаи, даже в моей практике, машины, которые имеют автоматические закрытия стекол, соответственно, перекрывало. И наступала асфиксия животного. То есть правильное поведение, фиксация. Просто хозяину надо отчасти наперед подумать правильно, что, как. Как он будет себя вести с животным. Однозначно, если собака агрессивная или предрасположена к агрессии, она должна быть с намордником. То есть и все выгулы, и все прогулки по городу, на территории городской черты должны происходить в намордниках. Если эта порода и поведение собаки предрасполагает к агрессии. На поводке, потому что собака может даже, хоть и сильно хорошая, воспитанная, подготовленная, но есть нюансы, когда животное может что-то заинтересовать, лишний звук, писк, и животное просто идет, не видит ничего. Соответственно, может и под машину попасть, ну, любой исход. То есть животное должно быть постоянно зафиксировано в наморднике, если это агрессивная порода, и... Если ночная прогулка, все это должно точно так же отражаться на ее амуниции. То есть есть, вот, например, на данном животном, у них есть светоотражающие полосы, они просто в темноте их видно. Это больше прогулка, скажем так, для животного, которое
более спокойно и может себя контролировать. Животные те, которые более агрессивны или предназначены для каких-то спецподготовок, конечно, лучше одевать не просто ошейники, а нагрудники на шлеи, которые можно их контролировать в любом случае. Наши лайки правильно. Да, да. Такая амуниция. Ну, она охотник. Дело в том, что ее предыстория этой собаки, эти животные просто у нас наблюдаются. И ряд процедур просто проходит у нас. Я их знаю практически изначально. Данное животное, конечно, поступило уже взрослым, но она изначально ходила на охоту. У нее были склонности к резкому движению. Однозначно надо было подбирать амуницию, чтобы ее можно было приструнить. На тонком поводке он просто режет руку, это очень тяжело. Хоть даже если это широкий будет более поводок, все равно будет тяжеловато. Руки изрезаны все. Они просто тянут, да, и неудобно. Ну, а там просто есть ручка, и оттягиваешься. Опять же, за которую фиксируется в автомобиле, если да, надо жесткая же, фиксация. Надо, может, там фиксацию. И пристегнуть ее можно как угодно. Ну, от за у літню спеку найбільш традиційні види відпочинку – це в лісі десь на природі або на пляжі, на річці, на морі. Дуже нам тут недалечко, сіли на машину і поїхали. І везде кліщі. Так. Ну, везде кліщі, я з вами согласен. Изначально проста гігієна содержання должна поддерживаться і зимой, і літом. То бишь, ви должны обрабатывать животное раз – в 3-4 недели, хотя многие препараты пишут, что и 6 месяцев, и 8 недель держатся в организме. Это не так. Особливо цієї весни, коли були дуже активні кліщі. Да. Плюс еще животное и купается. Принципиально никакие я не буду рекламировать позиции по препаратам. Просто я говорю то, что надо брать нормальные препараты, которые действительно уже проверены. Каждые 3-4 недели их наносить и поддерживать и зимой, и летом, потому что зима – это тоже, скажем, головная боль, особенно с аллергическими реакциями на фоне укусов блох, как ни странно, они есть. До зимы еще, как то кажут, дожить треба. А лето, лето оно актуальнее, так, еще больше. Клещи – это первая проблема. Друга проблема, мне кажется, спека, так? Або переохолодження, здесь больше, протяги. Здесь больше надо учесть физиологическую склонность животного и, соответственно, контроль, ветеринарный контроль хозяев должен быть однозначно. Раз в полгода хотя бы собаку надо показывать, потому что темные породы собак, и собаки с нарушенной психикой или холерики, скажем так, они больше склонны к сердечным делам. Захворюванням. Захворюванням, да, по-украински. Так, як ви, Єгоре, поводитеся на пляжі, на природі? Парасольку собакам ставите? Тент. Все ж таки обов'язково приховувати від сонця. Вони прячуться самі, і вони іщуть тіньок. Прячутся, лежатся. Обязательно вода. Вода в большом количестве и смотреть за цветом языка. Что такое? Только, язык начинает синеть, значит, собака перегревается на солнце, значит, что-то сердце уже неправильно работает, надо срочно вода. Навіть якщо на березі моря, все одно водичку треба ставити, брати собі. Тому що морську воду піти не рекомендується собакам, а в річці вони можуть і попити. То ви берете з собою і водичку, і тенш. Ну, це теж неправильно. Так, розказуємо, як правильно. Неправильно, ну... Просто, що вода повинна бути із-за чого, тому що у вас там очищена вода, з ріки можуть бути і паразити, і все остальное. Тобто, як поводимося із тваринами? Беремо тварин на пляж? Животных брать на пляж надо, нужно. Это положите эмоции не только для вас и для вашей семьи, но и для них. Если вы приравниваете их к своей семье, значит, я думаю, что надо. Так, а як ми поводимося? Як, мабуть, як і з дітками, обов'язково слідкувати? Контроль постоянний. За температурою. Постоянний контроль. Это, да, это дети, это наши дети, за ними надо следить, смотреть. Опять же, пляж, формат надо... Надо понимать, что есть и другие люди, и, соответственно, если животные агрессивные, может быть, бы стоило бы животное или не брать, или оставить где-то на передержке энное время, пока вы будете в отъезде. Есть такие случаи. Але и с маленькими тваринами люди любят мандрувати. Маленькие животные – это более простой формат их...
их можно перевести, если это самолетом. И специальные авиакомпании, которые этим специализируются, у которых есть услуги, они перевозят в клетках, там просто идет проплата определенная. Ну, соответственно, перед этим надо должно животное прийти, опять же, ветеринарный контроль. И потому что у нас нагрузка на серце, психологическое состояние животного, все это складывается. Якось людина також хвилюється перед дорогою. А скажіть, будь ласка, як переносять сонце і ось, можливо, в холодну водичку тварини? На сонечці засмагати? В любом случае перегрев і прихлаждення животных я не приветствую. Это моє мнение личное. Соответственно, я стараюсь все те животные, которые приходят у меня, чтобы они были в более щадящих условиях. Ігоре, а бувало у вас таке на практиці, що тварина, ви бачили, що вона перегрілася, якось погано почувається? Ви до такого не допускаєте? Ну, каннекурси, допустим, історично сложено так, що вони з гладіаторами ходили через пустыню, у них генетика заложена. Она может лениться, она может просто ей надоесть, может идти, потому что она очень характерная собака. Ну, так просто прилечь, поваляться в травке, но только видит печенье или что-то еще, сразу бежит еще километров 20. Потому что я с ними прохожу в день до 50 километров. А печенька нельзя, предупреждал. До 50 километров в день с ними прохожу. І вони навіть на чуть-чуть не встають. А є такі породи собак, які категорично сонце не переносять? Лише. Ну так, да, можна. І китайська хохлата, вона к этому склонна. Вона просто згорає. Є спеціальна одежда, навіть на них шиють. Да, взагалі є спектр повний на всіх животних. Спеціальна одежда, щоб і для защиты від дождя, сонця. Даже зимой, даже есть специальная обувь, как ни странно, есть ряд фирм, которые специализируются именно по пошиву такой одежды. То есть более породы собак и котов не рекомендуется брать из собой? Они быстро сгорают, просто солнечные ожоги, соответственно, проходят болезненно. Ну що ж, дякую вам за корисні поради. У вас є нагода звернутися до наших глядачів із зауваженнями або побажаннями. Зауваження одно. Если у вас есть животное, у меня просьба, обязательно показывайте своему врачу, чтобы он мог проконтролировать ситуацию на ранних стадиях, чтобы он мог вам подсоветовать, подсказать. Я понимаю, что у многих нет возможности или далеко ездить, но это надо делать, потому что есть заболевания, которые смежны с нашим здоровьем, особенно паразитарные заболевания. Тенденция роста дирофилярии в Украине, она уже и подходит и в человеческом формате. То есть дирофилярии болеют не только собаки и коты, но и люди. Так что контроль должен быть постоянно. Дальше. Хотя бы раз в 3 месяца, хотя бы раз в полгода, но вы должны быть. И животное должно пройти полное обследование. Как вы делаете себе, так и должны приходить и животные. Обязательно защищать от блох, от комаров, от всего, что связано с кровью. Потому что нейрофилярия весь серьез. Гигиена содержания. Первонаперво гигиена содержания. Да. А так, собак обязательно с собой надо брать. Надо им давать как можно больше позитивных эмоций. Они будут верные всегда и добрые. Дякую. Потому что эти две собаки могут любой детский сад на себя обратить внимание. Так. Да, одна ленится, вторая сильная везде хочет посмотреть. Да. Любопытный нос. Да. Дякую вам, доброго вам ранку, молодец. Приємного продовження дня, шановні друзі. Пильнуйте себе і своїх домашніх улюбленців. І зробіть свій відпочинок вдалим, приємним, цікавим і корисним. До наступних зустрічей в ефірі. На все добре. До свидания.